Гардемари. Ни тюрки, ни черемисы, ни луговые, ни горные. А то вы вообще по нации, а? Водите. Никто по нации. Водители, почему не выводите вы? Мы не собираемся слушать ее. А что не нравится вам? Салам лижа, хоть бы сказала. Это общественный транспорт. У тебя что, русского языка-то только один русский язык? Борисского не знаешь? Русский. Татарского не знаешь, да? Ну, только думка. Мозг не работает. ГБО-то прожрала. Горох овес твоя пища. Пердеть будешь, и сила будет. Ну вот, тут сидит мне, на мучение ставит. Приехала. Надо выводить, это общественный транспорт. Мы хватит. А ну все равно. От винта, ну, давай вот водителю попадет за вас, между прочим. А что попадет? Ну, что таких людей возят? А я тебе что сделаю? Мы после работы едем вообще-то, мы устали. Так ехайте! У тебя сегодня пятница. Почему мы должны вас слушать? Сидите спокойно. Придите мне домой и орите. Не надо возмущаться. Возмущайтесь вы, по-моему, очень неприлично. Да. Вот вас сняли уже, покажут по телевизору. Потому что на моей родине все неправильно. Понаехали тут! Гнать вас надо всех в жопу. Понаехали тут все, кому надо и не надо. У вас родина Москва, Санкт-Петербург, Америка, Германия. Вот туда и канайте, в четыре стороны. А тут среди черемисов делать нехуй. Мы на родине. Я 30 лет твое здоровье оберегала. Тебя никто не бомбил. А я больная, контуженная. Надо было быть проституткой. Я бы сейчас на Канарах с миллиардером. Сейчас вы заплатите мне вместо водителя деньги. А мне все равно. Давайте подумаем. Вот так вот. А ты, деловая крыса, сидишь тут и мне еще и порядки доставишь. Надо было... Чего в армию не пошла, а? Военным диспетчером, а? В окопах сидела. Водитель. Вы примите меня. Решите вопрос, пожалуйста. Вывезти и все. Вот у меня сейчас один поворот, и я дома. Один мы ее не провоцируем, но слушать мы тоже не собираемся. А что я им правду говорю. Это ваша знакомая, что ли? Давайте, нет. Никак нет. Она не моя знакомая. Ну что такое-то? Вы просто ей отвечаете, она дальше будет распаляться. Да что за безобразие вообще? Женщина, а что, в общественном транспорте. Никто и слова вообще не говорил поначалу. Села, начала орать. И не заводите меня! Нервы у меня не тратят. Нормально, таких защищают, а мы давай, должны нервы да. свои тратить. Я всегда говорю, не надо в окопах жопу морозить. Иди на папер! Иди на папер! Я ходила, мне там нравится. И там очень здорово, малыш. А ты еще Мариула, да? Или Горно-Мари, или Курок-Мари. Вообще, наверное, помесь, а мы сернурские. Шуды-Мари, Марисала. Да, вот это фильм. Да. Мы же черемисы. Люди умные, хорошие. Так что я на родине. И не надо меня обижать. Малыш, давай, довезите меня. На остановке, пожалуйста. Ехаем, как мой командир говорил. Ехаем! Ростовский казах. Григорий. Слава. Ага, мы сейчас. Ой, красота. Через 6. Девочка моя. Красота. Ох, Мариечка. Парни падают штабелями. Как фильмы девчата. И налево, и направо. Да? Там сила, у меня уже больше кашет. Нет, сейчас вы посидели. Не спешила бы. Да, ты, девочка, меня никуда не укопаешь. Я дома. Мне Путин хату дал. 57 квадратов. Где я хотела и как мне нравилось. И я Путину Володе тоже маленько письку подрезала. Моему земляку Березняковскому. Не надо меня обижать. И 2 медали ему хочу подарить. Алина Кабаеву, чтобы его рожало еще много-много детей. Его любовь. Узбекская. Я все подработку знаю. Ты меня, я 2 раза в коме была. И там нормально спать. Ты там спала, нет? Ни хрена не спала. Ты вообще баба живучая.
не надо меня обижать. Надо было быть проституткой.